16 мая стартует второй этап чемпионата России «Баха-Арчида». Команду «КамАЗ-Мастер» будут представлять три экипажа – Дмитрия Сотникова, Богдана Каримова и Эдуарда Николаева. Напомню, в апреле в Астрахани завершился этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана». Победителем гонки стал экипаж Дмитрия Сотникова. Второе место занял Богдан Каримов. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с руководителем команды до их отъезда на соревнования. Всего в сезоне 2024 у команды «КамАЗ-Мастер» запланировано участие в четырех этапах чемпионата России и международном ралли-марафоне «Шелковый путь». В соревнованиях в Волгоградской области примут участие три наших экипажа на двух автомобилях семейства К5 и одном капотном грузовике. Ожидаем интересную гонку, интересную борьбу. Туда мы едем также за результатом, потому что это второй этап чемпионата России, где нам также нужны очки в чемпионате. Туда приезжают команды МАЗ в составе трех автомобилей, ну и команда «Урал», которая тоже очень активно набирает темпы, обороты. Ребята очень прогрессируют, растут и уже составляют хорошую конкуренцию. По словам руководителя команды Эдуарда Николаева, не обошлось без модернизации автомобилей. Изменения коснулись подвески, которую частично испытали еще в Астрахани на первом этапе чемпионата России. Кроме того, изменения коснулись и капотного грузовика. Связана работа с развесовкой автомобиля, где думаем, что будет лучшая плавность хода подвески основной. Поэтому готовим наши машины, готовим экипажи, также физически занимаемся. Это второе соревнование в этом году, поэтому наши цели, наши планы только вперед. Трасса ожидается непростой. Соревнования будут проходить на протяжении двух дней. И это не только скоростные участки, но и пески и вязкий грунт. Очень сложный вязкий грунт, где расход топлива будет достигать 250 литров на 100 километров. То есть очень вязко, очень тяжело. Будут нагрузки на двигатель и на турбины. То есть для мотора будет непросто. График у команды очень плотный. После этого этапа соревнований уже в июле их ждет «Шелковый путь». Елена Камалова, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны.